Папа сказал, что мы можем по очереди. Да? Еще папа сказал, что у тебя вместо мозгов картофелина. Вот. Неправильно делаешь. Надо предплечьем надавливать ему на загривок и при этом держать его локоть другой рукой, он сразу же отключится. А чего вы хотели, мистер? Да, мистер. Чего хотели? На вывеске написано «Хэс и сыновья». Который из вас старший? Я. Я Микки. Так что, когда папы нет, я тут за старшего. Нифига, мама сказала... Мама тут вообще не при делах, сестренка. Помочь надо? Сэм Хэс? А кто спрашивает? Я? Друг, ко мне заходят по двум причинам. Либо тебе нужен грузовик, либо ты сам водитель, а? Ты дальнобойщик? Я говорил с твоими мальчиками. Мне показалось, младший немного туповат. Чего ты сказал? IQ у него, кажется, очень низкий. Ты его не проверял? Врежь ему, пап! Да, пап, врежь ему! Пожалуй, я сдержусь. А ты, видимо, ты головой ударился. Так что я не забью тебя до смерти монтировкой. Но я спрошу еще раз. Какого черта тебе надо? Просто хотел посмотреть на тебя. Ну все. Мне хватит.